короче, мы сегодня сидели с Сэмом, и я говорю то, что, брат, у нас есть М-ки, но у нас нету технички. Но Сэм говорит, нужна такая техничка, чтобы мы на них ездили. Я говорю, блядь, короче, я не хочу М5 продавать свою. Я вот... Салам алейкум. Салам алейкум. Валейкум салам. Ренат М2 продают за 10 лямов. Ху, если бы у меня сейчас 10 лямов было, я бы сейчас с моими братьями кайфовал бы, брат. Все, я теперь больше не кайфую, я встал на путь истины. Ладно, кто-то ожидал, что я буду смотреть Range Rover. Я это просто пока что смотрю. Я просто хочу вам показать, какой я хочу. И на него я, знаете, какие номера хочу поставить? Круто, а посмотрим. Да, просто посмотрим. Короче, я не хочу F90. Сейчас я вам покажу ее, стой. Пичу, она такая, вот она, брат. Я ее маму ебал, брат. Блять, как она виднеется, брат. Просто на нее, брат. Вот, блять, не знаю, да на. Тоже брутал, брат. Ну у меня вкус такой, да на. Магизде, тащи. Что это, Абашма? Спасибо. Нет, не хочу я 90, брат. Я не хочу продавать свою. Я не хочу свою продавать. Я хочу черный рэнч себе, блять. Вот такой, ебано в рот, блять. Ну ебать он дорогой, блять. Не, такой не хочу, это уебищно. Это SVR, да? SVR не хочу хлеба. Как задонатить? Блять, у меня нет денег, это я просто хочу. Просто моя, ну, я хочу себе дополнить мечту просто. Вот, типа, поставить себе цель. Блять, GLS, короче, один есть, но как будто GLS вообще нет, знаешь. Блять, гелик. Гелик слишком, знаешь, вот, типа, я его хочу, но он у всех, блять. У каждого мажора есть гелик, блять. Нахуй он нужен? Нужно быть личностью, блять, надо выделяться. И сейчас смотри на этого мамоеба, брат. Посмотри на него, блять. Магизди дешевец, блять. Блядина, да на! Не, этот хуйня стоит. Вот он, блядь. Нет, блядь. Черный в черном, брат. А, номера какие хочу, злой 0.20. Знаешь почему? У Сэма. Сэм же себе взял 0.10. Я себе возьму 0.20. А у Равшана 0.30. Типа будет 0.10, 0.20, 0.30. Может туда 20 тысяч кинуть? Номера, ну, номера чисто скину. Ты ему всегда вторым будешь. А какая разница, брат, между братьями первый, второй, третий нет? Че, вам нравится GLS? Бля, GLE, купе. Вот прям один в один, как у Тимура. Один в один. Но комплектация ебучая. Или такая же. Вот она, брат. Я не буду ставить русские номера, брат. Это я просто смотрю, вот просто кайфую, да? Просто, блядь, короче, либо, блядь, X5, хуй знает, знаешь. Если брать, то брать X6M. Нет? Битом. Я просто, ну, вот так смотрю, блядь. Поставить себе цель, понял? Я хотел поставить цель жениться, но на меня никто не хочет замуж за меня выходить. Говорят, ты, типа, ну, у тебя нету, блядь. X6M. X6M тоже порно, блядь, знаешь. Суба чё кричит? Не знаю, не наответил он мне, брат. Мне сегодня Суба пишет. Здорово, Азери, брат. Это с ТГ бабки получать и планируют уже. С какого ТГ? Блядь, Тана. Ико, чё говоришь, брат? Не материтесь, братья, Рамадан, если ты прав, извини, брат. Ико, чё говоришь, Дма? Не смотрел, брат, у меня стрим. Бля, рэнч. Брат, чё там, балаган будет на выходных? Брат, мне кажется, я хорошо пошумел уже. Я, кстати, резиновую поставил. Купи 540. Умоляю, есть в чате люди? Вот, объясните, как в чате задать, просто задать знак донат. X6 такой себе, говорю. Бля, просто вот, бля, еще есть один вариант. На него как будто у меня жопа не потянет, знаешь. Я, бля, короче, показываю. Когда я его вижу, мне плохо становится, брат. У меня, в смысле, ноги трястись начинаются. Мне плохо становится, брат. У меня антифриз через глаза выходит. У меня, блядь, ноги не имеют, брат. У меня сердце охлаждается. Но нельзя мне такую машину, брат. Мне нужен... Я люблю, блядь, такого брутала, понял? Какого, блядь? Чтобы я подъезжал, бы говорили, о, Ренат приехал. Какой Е63 AMG, брат? Оставь, да, умоляю. Я хочу высокое что-то. Высокое хочу. Возьми 200-ку. GLC. Брат, а как так долго кататься на грузинских номерах? Брат, нормально, старею. Брат, есть финансы. Да не составляют финансы, брат, я просто смотрю. Я же говорю, я просто смотрю джипы. Вы хоть раз помните, чтобы я в джип залез? Я кроме GLS других не знаю. А что, X7 сколько стоит? Ваёбанавро. Вах, неплохо, брат. Вах. Вах, конечно, у меня сейчас тильт будет. У меня сейчас, у меня инфаркт, у меня инсульт сейчас будет, Вась. Что еще может быть? Да какой подкаст 7 миллионов, ты тоже натаил деньги считать. Вот этот мне не нравится вообще, это рестовый, да? Он урод, он на китайца похож. О, нет, ну, на китайский автомобиль имею в виду похож, без всяких придирчивостей. Нет, салон такой еще какая в говно. Ram TRX, да нету здесь их, брат. Как будто Range очень поправит, знаешь. Как будто вообще нет, знаешь. А у него пахана такой ML, Вась, пахан ездит, блядь. Как будто две машины одинаковые, грубо говоря. Ну, понятное дело, что они разные. Но ебать состояние хорошее, брат. Ебать состояние, вот. Суба, что говорит?
Все четко, брат мой, вот сидим, стримим, брат, кайфуем. У тебя как дела, брат? Очень уродский мерс. Не обзывай. Не обзывайте Мерседес, брат. Мерседес бомбовая машина, брат. Какой ровер, шмам? Хаммер, как у Мэла? Бля, а что за хаммер он купил? Я вообще первый раз видел такой, блядь. Он просто купил самые дорогие машины, которые были в Москве. Вариант был Равшана купить. Бери Hyundai Palisade 3.8, полный привод, ебанутая машина в Казахстане, ноги оберут. Чё, блядь? А такое? Нет, по-братски, какой Hyundai Palisade? Ё-моё, брат, это что? Брат, зато можно в ритуальных услугах работать. Знаешь, с таким эскалейдом? Вот с таким именно с кайфом, брат, купить. Дайте мне треки какие-то хорошие. Брат, здесь в смысле можно спокойно работать, ритуальные услуги, линию сделать себе. Это гэнгста. Возьми себе УАЗик. Как вариант. Бля, Вилар вообще хуйна. Дай огня. Да, брат, я из Дагестана, азербайджанец. Потом стилы Равшана след день увидел я. Вот смотришь на вас, и каждый молодой пацан пытается также подняться. Почему русские номера не хочешь ставить? Али, брат, от души, спасибо большое, брат. Почему русские номера? Ну зачем, брат, мне они? Брат, мне удобно. Я в любой момент могу уехать, заехать. Вах, лучший стрим, мне не снится это. Блять, какой он охуенный, Вась. Бачки сняли. Эл, это как у тебя? Блять, на красном салоне еще. Что это такое у них? Измерение громкости? Ну и ублюдский звук, блять. Ох, бля, я аж проснулся, брат. Ну и гондонский звук. Блядь, что делать сейчас? Какой SVR, ты видел, сколько они стоят, блядь? Бля, они почему вот даже 19-го года и 16-го одинаковые? По-любому Range Rover Drocher есть, я не скажу, что там что-то разное есть на них, нет? Porsche Macan. Бля, я хуй знает вообще это, блядь. Что это такое? Или что там? Да ну нахуй, брат. Бля. Ебать, я влюбился, брат. Бля, я влюбился, брат. Брат, бери X5. Лучше для мужчины нет. Бля, брат, не знаю, хочу рейндж, брат. Если ты за звуком гонишься, то вот ссылку сократил через Яндекс. Не влезало так. Сейчас посмотрю, брат. Ну, бля, а, значит, пробег, да, у него пиздец. 110 тысяч. Короче, он даже обменяться может. А что обменять? Ты чё, блядь, у меня... Я столько цифр в жизни даже не видел, Вась. О, блядь, я испугался. Бля, почему это так страшно, нахуй, когда вы, блядь, заходите, нахуй? Бля, чекушник, брат, вот смотри. Посмотри, брат. Представь, вот у меня М3, там, М5, и? М8 у Равшана. Не важно, что. Ну? Представь, мы реально кайфуем пацанами, понял? Там, ну? Выходим, там, обсуждаем масло, блядь, там. Ну? Резину сжигаем, по-команде, так, блядь, видос записываем. Так. Бля, и представь ты, как ебаный евнух. Так. Катаешься на своем полном приводе. Ну, вот на своем. Так нет. Ебаном, блядь, и? Просто катаешься, да? Ну. И, ну, вот, нахуй он тебе нужен. Ты долбоёб, я М5 не продаю свою. Извини. Пока. Давай. М5 не продается же. Ха-ха, узнай, откуда он бабки возьмет. Да тебя ебать не должно это. Брат, а? Вот давай так, смотри. Так. Ты в месяц пока даже 500 тысяч зарабатываешь. Брат. Послушай. Так. Нахуй тебе... Нахуй тебе эта ебаная корыта старая. Брат, хочу просто. Если можно взять F90. Не брат. Хочу я F90, я брат. Хочу Range Rover, блядь. Продажа, реально, брат, ты должен в своей жизни это попробовать. Это как наркота, ты попробуешь, потом поймешь, надо тебе оно или нет. Не хочу F90. Вот я попробовал и понял, что это пиздец, что за машина. Блядь. Чё хоть один чат неплохо становится? Вон, долбой, 2 чата. Ни один не работает. Это, блядь, потому что я на ссылке захожу. Брат, ты... Охуеть! Всё, это он машину это купил, блядь. Блядь! Предоплату вносите. 42 тысячи долларов, брат. Ёб твою ебал рот. Уряхал 17. 4.58, послушай эту сучку. Ты долбоёб тупой! С меня такая машина была, хуй с вами, хоть с ними общался его, блядь. Покупай, бюджет. Жопу закрой, блядь. Просто, вот как оно должно быть? Феррари просто вот сказали, идите все в жопу, мы сделаем, как мы хотим. И сделаем. Потребовалось очень много... Блядь, она... Ух ты. Может, F90 купишь? Я стою за... А, это Сюнет! Может, F90 купишь? Шма, я смотрел, понимаешь? Вот ты же M8 возьмешь.
F90 купи, брат. ЧСМ как посрал? Ладно, F90, понимаешь? Все дороги ведут к BMW, брат, запомни. Какой нахуй Range Rover? Ты его хуесосил, долбоёб. Ты да. Там свечи это поменял. Он хуесосил. Это он хуесосил, я не хуесосил. Он хуй так хуесос, брат. Посмотри, брат, если свечи менять, всю раму доставать надо. И что? Это говно машина, брат. Бля, смотри, какой Ягуар другого не признаю. Машина, брат, блядь, как можно машину ну, назвать смотри, РР? Говно, как можно машину РР назвать, блядь? РР. Хуета, РР, блядь. Салон дерьма, ебан, скучнейший, блядь. Ебан. Просто старая корыта, блядь, 2017 год, а выглядит как будто прошло, говно 2005 года. Вот это как мужчина купи, ёбан. Да, вот, вот, брат, представь, сколько людей. Как про тебя будут говорить, брат? Потом ты барыга, блядь, барыжишь, блядь, там, понял? Давай, похуй, купи. Адам, ребята. Брат, Настя, понимаешь, передаравша номере Джейн, это Луна. Прикинь, брат, как обидно. Вот и Луна в Питере гуляет со своим парнем. Ты с какого, блядь, технический? Брат, я всю жизнь хотел какой-то джип, блядь, высокий. Ты когда видел, больше, блядь, Краснодар не выезжал. Да, и если я на свой хаб... Ох, мама. Брат, я после того... После, вот после вот этого ТикТока у мала откидывает. Скидывает, он каждый раз меня боит, я пошел, пойду покупаю машину. Купи, ну, брат. Не, знаешь, что купи? Мерседес. Бля, Е63, брат. Е63, брат. Эскупе 63. Эскупе 63, боком ездит, брат. Что еще? 222? О, приколи. Брат, хуйня, не хочу, но это то же самое, блядь. Адам, ребята. Да, не воняет. Ренко, включи этот заряженный трек. Нормально трещина пролез. Сарагадар. Сычинол масынанзах, сыча... Что? F90 купи, брат. Дай... Блять, брат. Купи Ешку, брат. Купи Ешку, брат. Купи Ешку, брат. Купи Ешку, брат. Реально, брат. Ау, брат, ты реально, вот ты будешь, знаешь, как выглядит Венеция, брат? Когда у тебя есть бабки, но нет вкуса, вот так. Вот, 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 поэтому люди покупают М5 F90. Не, брат, М5 F90, это когда у тебя есть бабки и вкус тоже. Нету, нету, брат. Давай, давай, умоляю. Ебать, купи, брат. Давай Е60 купим, брат. Похуй, скинемся, брат. Дорого стоит. Скинемся, у меня у Равшана по 2000 долларов есть. 2000 долларов, брат. Брат, вы идите нахуй, я до ней даже два, блядь, до... Блять, этого нет. Давай, давай, давай. Марнеуль на ней поедем, да, давай. Не доедет она до Марнеуля. Доедь, доедь. Какой легенда будешь? Возвращение М5. Прикинь, Шачир, блядь, Тбилисский, блядь, на Е60. Зачем вы отговариваете его? Как по кайфу, так и делает пусть. Блядь, номера, смотри, ки-ки, хо-хо, смотри. Это Вики машина. Блядь, ствол машина, моя хуй знает. Брат, передай привет пацанам с ЦКЗ-5 гимназии. Алибеку. Астику, Томику, Али и Сани. Ну я же сам посмотрю, давай. Я же сам посмотрю. Свежую. ЦКС 5-й гимназии, Алибек, Астик, Тамик, Алия и Саня обнял. Охуеть, ебать, это радио. Перевод радио. Вот, что-то. Брат, вот такую, блядь. Что с ней делать, блядь? Бля, реально, брат. Бля, наклейка бомба, брат. Машина реально бомба. Ни капли колхоза нет. СТС, бичо, чуник, брат. СТС, бичо. Вот цвет мой, вот этот вот. Пиздец, смотри, он за сколько... Капельки было, вот это открою. Удали, удали. Ренат шли обоих нахуй и берешь CLS универсал. Бля, салон, Рина, Бэнк! Брат, поехали купим, брат. Похуй, сколько стоит? Давай 30. На ее состояние посмотри, блядь. Что с ней не так? Мишлен взявшая. Ничего блядь. Подобного, брат. Брат, возьми. Вот эту нажми, умоляй, открой, прошу тебя, брат, прошу. CLS универсал, возьми, брат. CLS универсал, пиздец, что за машина, брат, реально. Прикинь, есть банан только у Ахмеда сейчас в медиаполе, а у тебя будет универсал. Вах, вот эту хочу, умоляю, брат, ебать, цена копейки, брат, реально, банан, брат. Банан в банане, брат. Брат, банан в шоколаде у тебя будет, брат, знаешь почему? Потому что ты обосрёшься в этой машине, брат. Ураган на улице начался. Я могу, не закрывай, брат. Умоляю, брат, очень не жарко не жарко, будет. Брат. Ренго, брат, брат, свет ебучий, брат, порно. Брат, вот это брат. Поклянись. Охуй, у меня все равно машина застрахована, каска, брат. Мама ебал, 250. У меня, блядь, чтоб... железо такое ебанутое. Я 250 тысяч дал, чтобы спать спокойно. Я сразу одеяло беру и вылетаю, нахуй. Брат, можешь моей машины... Крыша, да, нам похуй, на. Брат, можешь моей машины свою накрыть, мне похуй, у меня каска. 250 тысяч отдал, сплю спокойно, мама ебал. Спиздят, похуй, пусть воруют, бичок. Только плюс сильно не гоняют. Ему сказать, что у него не М5 по-братски. Брат, какая разница, брат? Понимаешь, у него М550 охуенная машина, брат. Ты понял, да, чья это машина? Нет, не хочу. Да, я понял. Это пацана. Чья? Иракли и Инсилвелли. Все правильно. Когда не понимал. Это Иракли? Да не воняет уже, блядь! Брат, ну извини, что мы кушаем, а ты нет. Долбоеб, в рот ржаешь. Ну, богатые вы сегодня хавали. Это бля, хорошее, молодец состояние. Фотошоп, фотошоп, минус рэп, это не перекупские фотки. Фу, того рот, ебал, знаешь, как воняет в комнате уже, клянусь вам, от прям. От меня воняет, брат, только честно. Пиздец, бля, Раф, сделай духи. От меня воняет, брат? Не, вы просто нам нарыгали, был у вас сам по себе рот вонючий, брат. Понял? Ну, брат, вы, я же не разберу. Пизду лизал, поэтому. Если вы напрягаем, можем идти, брат. Да не, брат, все четко. На эту КС-ку она уже в свое время, помнишь, не продаст, когда мы в груди еще были? Не, брат.
Да не, я 63 не хочу, вообще не рассматриваю. Вот вообще. CLS универсал, CLS универсал. Да нету их, заебал в Грузии на продажу. Бля, что за хуйня? Фу, блядь, такой ублюдок CLS универсал, блядь, каким нахуй надо быть головой. Бля, Range Rover хочу, пиздец. Где этот белый был? Отправь мне по-братски его. Да, копор, брат. Не, вот этот белый, блядь, 5.0 компрессор, брат, я в ахуе. Реально тема, брат. А это какой? Блядь, ты пробеги вещи. Эл, с тобой что, блядь? На ней нахуй в рейс ездили, блядь, Пятигорск, Москва, отвечаю. 150 тысяч пробега, надо минимум хотя бы 60 тысяч пробега, блядь. Поедете сегодня куда-нибудь? Да, брат, в Гудаури поедем, в Шымкент поехать должны еще. Ну, X4, брат. Ебанутая машина, бля. Бля, очень нравится мне. А это какого года? 14-го, брат. Бля, брат, она какая охуевшая, клянусь, блядь. Очень нравится мне она, очень. Витом? 140 тысяч долларов, блядь, это пиздец. Что вы понимали бы, пацаны, в Грузии? В Грузии, парни, гелик стоит так же, как в России, даже дороже. Ни хрена. Да, да. Не-не-не-не, не стоит. Смотрите, сейчас вам покажу. G63 в Грузии стоит дороже, чем, блядь. Ну, это почти такие же цены имеют. Допустим, вот он. 4-литровый, ну, 63-й. 178 тысяч баксов. Это с пробегом, 13 тысяч. Это 20-й год. Прикинь. Ну, это, бля, бля, это мразь просто, сука, они все одинаковые, блядь. Ну, гелик и гелик, нахуй, хули с ним делать, блядь. Закатать его и ездить, ну, пиздец, блядь. Да что? Ибили хаду. Очень красивый ML63, бля, тоже нравится мне. Бля, короче, какие у нас есть высокие машины? Range, Range Rover 1, GLS 2, Range Sport 3. Че еще у нас есть? Такое, понял? Вот то, что мы смотрим и говорим, ебать. Lexus X5. Ну хуй. Блядь. Ибель. Блядь, очень нравится мне. Да какой F90, блядь, пацаны, не хуй, блядь, нахуй мне отдавать свою охуенную M5 F10, блядь. Просто хочу посмотреть, просто. Блядь, ебать. Блядь, да. Вот белый S63. Или черный Dorest. Магизды, тащивец. Мазерати. Чуть индивидуальности. Да, ну, брат, заебало все вот эти, блядь, F90, F90, это, блядь, ну, вот, фул КД, понял. Бля, я просто вот, я сейчас смотрю, и у меня вот, типа, ну, нету денег, понял? Но я вот смотрю, и вот мне нравится смотреть. Я вот так могу сесть просто и вот так сидеть, бля, буду в тишине вот так. Залипать на машину. Гранд Чероке СРТ делаешь шачир.